И всем привет, с вами Александр Навас, а сегодня я играю в Hitman. Здесь 16, и сегодня я поиграю вообще в компанию, получается, да? В компанию нулевой ПЦН мы сегодня поиграем. Мы поиграем сегодня во все... Нет, не во всей части, конечно. Но я попробую все-таки пройти хоть что-то. Ладно, предметы в тайнике ставим в номере, значит, берем Ика. Так, дальше берем здесь планирование, берем опять же его. Здесь я ставлю костюм. Здесь я сделаю... Ну ладно, это не нужно. Это тоже можно оставить как вообще хочется. Так, и вот мы должны сейчас пройти это все. Так как я это проходил, я уже знаю, как проходить. Но я не знаю, если будет лагать, то я просто не знаю, что будет. Потому что до этого у меня не лагало, когда я проходил это. А сейчас, когда я стал снимать, возможно, будут какие-то глюки и будет глючить игру. Ладно. Сейчас попробуем это все пройти. Так. Что-то должно загрузиться. Все. Загрузилось. Экспозиция должна быть легкой, но есть множество VIP, staying at the hotel. And you should expect them to visit the exhibition along with their security entourage. Пойдемте. Good hunting, 47. Так, перестали сливаться, пошли. Надеюсь, меня ничего не залагает. Так, идем сразу сюда. Переходим сюда. Продолжаем бежать. Идем дальше. The Liberation Cult has installed itself in the southwest penthouse wing. And the exhibition is open to hotel guests. Дальше идем сюда. Проходим сразу. С первого раза я попытаюсь пройти. Но я не уверен, что получится, но все же я попробую. Ладно. Потому что я вообще прошел с первого раза. Нам придется только потратить 2 патрона и все. Так. Заходим сюда. Заходим вот сюда. Сразу смотрим. Вот у нас один человек. Вот у нас второй человек. Сейчас посмотрим. Как мы это все будем делать? Так, у нас стоит здесь какой-то чел за ним и как бы его охраняет. Так, и здесь наша тетка. Значит, первого мы убиваем вот этого мужика. Берем, то есть, пистолет. Берем пистолет и берем вот так вот делаем. Да, меня убили. Странно, это очень даже странно. Но зато я убил 2 их. Ладно. Сейчас сделаем по-другому. Немного по-другому я сделал, потому что как-то и немного залагало, ну ладно. Так, сразу бежим. Сразу обратно туда. Сейчас попробую сделать. Так, бежим сюда. Ждем. Вот тут, вот. Ждем, просто стоим и ждем. Этот мужик на нас посмотрел, все, можем бежать. Я вам не скажу, зачем я это сделал. Но так было нужно. Ладно, бежим опять туда. Так, это так не важно. Так, бежим сюда, сюда, сюда. Так, это сюда. Пистолет пока не надо вытаскивать. Как бы нам эти этажи вообще не нужны, и они нафиг нам нужны. Ладно, видим 2. Я попробую еще пройти по-другому. Я убью то есть всех, кто будет нападать. Но буду я как бы по-другому немного действовать. Я сначала разберусь с ним. Так, берем, достаем пистолет. И делаем вот так вот. Оп, оп. Одного убил, этого убил, этого убил. Так, кто в меня начал стрелять? Так, еще 3 охранника получилось. Раз, два. Так, и кого-то там уже, по-моему, спрятали, да. Можно спокойно идти. Прячемся за укрытие. Так, и где у нас цель? Вот она цель. Цель в другой стороне уже. Но это не важно, потому что мы сейчас будем мочить эту цель. Я уже убил цель, считайте.
Да, я ее убил почти. Твою мать, патроны закончились. Но это не важно, потому что уже все сделано. We're hot. Get the package out of here. Убит. Так, дальше, куда мы идем? Здесь просто устраиваем перестрелку. Так, дальше. Так. Входит. В этой игре есть, ну как сказать, ВХ. Да, ну и последнее то, что мы сделаем, это бежим просто. Нет, так, ну. Куда бежать-то, ёп? Я забыл, куда бежать. Ну конечно, меня надо было еще убить, ладно. Я забыл, куда бежать. Ну хотя бы я уже понял, что делать тут. Так, значит, что мы делаем? Мы уже выбежали. Так, бежим. Так, бля, лагает, ладно. Лагает и лагает. Ждем. А этот парень здесь. Мы его... Он нам не очень нужен. Потому что это другой парень. Так. Так, вот он тут был. Парень. Так. Так как у нас кончились патроны, для этого я кое-что другое. Так. Идем дальше. Идем сюда, сюда. Сюда. Так, я сюда прибежал. Значит, сразу убиваю я того и того. Не жду, пока его там что-то с ним сделают. Так, сначала я убиваю эту тетку. Я ее первую убью. Давай, заходи сюда. Сейчас я ее замочу. Вот она вышла. И можно уже спокойно доставать ваш пистолет. Доставать пистолет. Так. Одного. И второго. Тоже. Все. Теперь можно убегать спокойно. А я забыл куда бежать опять. Я не туда побежал, кажется. Так. Вашу мать, я куда зашел вообще? Я не туда зашел. Ну, ну да ладно. Надеюсь, они сюда не побегут. Черт. Ладно, в общем, ждем. Заметьте, я только двоих убил, да? Черт, черт, черт. Нет, 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 нет. Тихо, тихо, тихо. Так, а где они? Черт. Нам надо вниз. Этот мужик там всегда был. Бежим вниз.
И бежим сразу куда? Туда. Так, у нас сразу там. Значит, получается. Все. Осталось чуть-чуть. Все. Беги. Looks like a series of automatically dispatched messages. I'll get a team on it right away. Oh my god! Все. Мы прошли эту миссию. Все, мы прошли ее. Считайте, немного лагало, но вообще получилось, что я никого-то так и не убил. Из-за охранников, которые там бегали. Ладно. Это получилось у меня. Я только целей убил. Там других никого я не убил. И получается, что я прошел нормально. Давайте даже продолжить. Так, рейтинг. Сколько мне дали? 62 тысячи. Все-таки я убил постороннего, что? Нет. Нет, я вроде никого не убивал. Или... Я не помню. Да вроде бы нет. Ну да ладно. Сегодня мы прошли, и я еще пройду следующую миссию, но это позже. Так что всем спасибо за просмотр, с вами был Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео, всем удачи и всем пока!